могли ничем выбраться, ни давлением, ничего. Но лебедка. Мне кажется, да, ну в крайнем случае, не знаю. У нас, пожалуйста, так, когда... Получается в корыте и вот так деревья, то есть только вперед мять будку, мять будку не хотелось. Мы туда упали, а обратно выйти не можем, корни, и он на выезде встает вот так вертикально. Ну засадить-то можно все что угодно, в общем, вот офигенно, когда какие-то экспедиции дальние, это когда их несколько. Очень здорово продумано, вот так вот в болоте сидишь там, да, ну вот по ватерлинии, да. Второй подъехал, вокруг обошел, веревку бросил. Это непобедимая армада. Это предел, никуда не надо залезать, никакие выдержки, ничего, друг друга толкнули. Когда вот по камням там плавали, да, то есть как в воде медленно идет, когда чуть-чуть цепляет. Ну конечно, он получается вот, уже едет. Да. Чуть-чуть быстрее, но видишь, это на брюхе. Вот прям кто-нибудь на брюхе повис на камне, второй подплывает, тюк там чуть-чуть. Задал. Страшно. А потом я какая-то штука классная. Надо потом брать, перестал, точно, да. Перестал просыпаться. Да, да, перестал просыпаться. Вообще классная штука. Проедет везде. Это я уже понял. Застряли только в одном месте, и то не застряли. Ну, одумались. Да, одумались и потом решили не застрять. Не, ну за часик мы бы этот распилили берег. На месте, круто, кажется, что на месте. На самом деле потихоньку, просто ждать очень долго. А так сантиметр, минуты еще ладно, а потом уже начинается скучно. Когда вот как раз и не земля, и не вода, а какая-то середина, там такая вот. Ну вот как раз мы там нашли. В зубной пасте когда такой. Да. Как раз хорошее место. Шикарно. Насчет плавания вот тоже у нас общая есть фотка. Через люк по двое вылезли на крышу. Ну, то есть, как бы, все заглушено давно, там, все, и они груженные прилично были. Они как на лодке, то есть, ну, чуть-чуть он покачивается, понятно, не надо там специально там что-то там. Ну, даже если специально раскачиваешь, ничего не надо. Короче, один загорает, один гребет. Да, если рыбу ловить или что-то такое, можно якорь бросать смело. Матрасик до сверху надул. Пытались выжить максималку 6, но выжили 5,5.
Даже с попутным ветром. У нас получалось 6, но ты знаешь, как у нас там было тогда... Мы даже по течению сплавлялись. 6 у нас было не только километров в час, но еще и 6 шерпов было одновременно. И везде все одаренные, у всех гонки, переплывали залив большой, то есть там-то ну так далеко плыть. И там каждые эти там 0,2 километра в час, они играют. Да нет. Надо подсолить. Там выкидывали уже баулы такие, там тут что-то обогнать. Конечно, и загрузка разная, все влияет.